Кирилл, добро пожаловать в нашу команду. Расскажи, пожалуйста, как ты оказался в Зимру? Спасибо большое. Я встретился с главным тренером Олегом Михайловичем. Мы переговорили, и он предложил приехать сюда, в Молдавию, в эту команду. С кем-то советовался перед тем, как поехать в Кишинев? Посоветовались с женой и приняли решение, что так будет лучше для моей игровой карьеры оказаться здесь. Что ты знал о Зимру и молдавском футболе до приезда сюда? Я знал, во-первых, команду «Шериф», потому что они играли из Батэ, если я не ошибаюсь. Потом слышал про Зимбру команду, больше такого не припомню. Какие твои первые впечатления? Как тебя здесь встретили? Встретили хорошо, то есть условия созданы хорошие, великолепные. Коллектив подобрался боеспособный, и все пока нравится на данный момент. На какой срок ты подписал контракт с нашим клубом? До конца года. А на какой позиции играешь? Выступаю центрального защитника. Но вообще готов помочь на любой позиции в команде. Уже решил, под каким номером будешь играть? Да, под 23-м, если он будет свободен. Вследствие твоего перехода в Зимру, чего ты хочешь добиться в Зимру? Во-первых, развиваться дальше как футболист. Во-вторых, я так полагаю, что поставлена задача попасть в Еврокубки, чтобы команда попала в Еврокубки и выступала там. Есть ли футболисты в мировом футболе, с которого ты стараешься брать пример? Мне очень раньше нравилось, как играл Зинедин Зидан. У него можно было чего-то поучиться. Но сейчас много хороших футболистов, с которых можно брать пример, как они ведут себя на поле и отношение к футболу. Что для тебя главное в футболе? Развиваться как футболист и подольше поиграть в футболе. Кирилл, последний вопрос. Как проходит подготовка перед началом второй части чемпионата? Созданы все условия для того, чтобы набрать хорошую форму. Проходят тренировки в двухразовом режиме, интенсивно. Хочется побыстрее, чтобы развиваться и наладить игровые связи с партнерами.